Союзно в Торчермете предложили назвать именем Бориса Рыжего. С такой инициативой в городскую думу обратились поклонники поэта. Им пояснили, что для переименования необходима инициатива юридического лица или сотни екатеринбуржцев. Только после этого идею могут рассмотреть в мэрии. Депутат Сергин не исключил, что из-за консервативности это может не понравиться людям старшего поколения. Екатеринбург вошел в рейтинг самых посещаемых туристами городов мира. В топ-200 уральская столица попала наряду с Лондоном, Стамбулом, Нью-Йорком, Токио и Парижем. Это достижение в очередной раз подтвердило привлекательность мегаполиса для путешественников и высокий уровень его инфраструктуры. К слову, в октябре Екатеринбург станет столицей Всемирного дня городов. Евгений Куйвышев призвал свердловских промышленников и предпринимателей содействовать подготовке ко Всемирной летней универсиаде 2023. По мнению губернатора, это событие даст серьезный толчок развитию экономики Свердловской области, создаст новые точки роста городской инфраструктуры и откроет перспективы для партнерства власти и бизнеса. К студенческим играм в городе должны возвести целую спортивную деревню.